господи, когда это случилось, у меня в голове типа такая мысль. Это что, язык? Я вам серьезно говорю, у меня была такая мысль. И она мне говорит, почему ты меня не лапаешь? Что твори, бро, меня зовут Арки Онисы, бро, сразу же, ну ты знаешь, что нужно делать, подписаться на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду, ведь придет время, и Суприм-банда будет над всеми, кто не с нами, тут под нами, а я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами, так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в моей Суприм-банде. Что ж, банда, время истории, а точнее вопрос-ответа, погнали! Йоу, банда, вы на месте, я на месте, и сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые я вас попросил задавать в моем инстаграме. Суприм-банда в инстаграме почему-то задавала одни и те же самые вопросы, которые я уже отвечал в прошлом видео здесь. И поэтому мне пришлось попросить задать Суприм-банду новые вопросы, на которые я сегодня отвечу. Окей, Суприм-банда, и в прошлом видео мы не собрали 10 тысяч лайков, чтобы я в этом видео сидел в трусах Суприм. Но в прошлом видео я сказал, что хочу эту кофту от Суприм и Луи Виттон, но не могу ее позволить, потому что она очень дорогая. И в этом видео я уже в ней сижу. Господи, я хочу себе гелика. Пожалуйста, хочу следующий вопрос твой снимать в гелике. Окей, банда, и первый вопрос. Ты девственник. Без Т, девственник. Я уверен, что это писала девочка, которой 7 лет. Твои родители вообще догадываются о твоем существовании? И серьезно, первый же вопрос сразу с такого. А воображение считается? Во сколько лет первый раз подрочил? Воображение считается? Я люблю тебя. И я тебя, солнышко. А тебе еще кто-то написал? В Украине есть снег? Тут память, братан. Покажи скрин директа. Все, не знаю, что вам это даст, но там в основном переписка с моими друзьями. Что будешь делать, когда YouTube умрет? Умру вместе с ним. Скорее всего, что как и планировалось, пойду работать на завод. После школы я планировал идти на завод, но так уж сложилось, что YouTube начал приносить доход. Есть. Сколько у тебя вещей от Supreme? 3 и 1 Off-White. Это если брать уличные бренды. Когда видео с адскими устройствами? Очень и очень скоро, банда. На эти выходных я иду по одно очень страшное адское устройство, которое вас, поверьте, очень сильно удивит. Поэтому чекай мой канал, смотри видео, будь на связи в инстаграме, и ты узнаешь, когда же выйдет видео. Что тебе больше нравится из школьных предметов? Ничего, вообще не нравилось, я ненавидел школу. Мне, наверное, нельзя так говорить, потому что скоро у меня будет лекция в школе в одну из школ на тему ютубе-блогинга. Да, парень пришел к успеху, лекции дает. Так тогда чили, банда. На самом деле, я без понятия, что рассказывать на лекции, поэтому если у вас есть какие-то идеи, пишите вниз, пожалуйста. Напишите в комментариях, что можно рассказать на лекции на тему блогинга ютуба, потому что я реально не знаю. Просто что рассказать? О том, как стать популярным? Камон, разве старшеклассникам будет интересно слушать о том, как стать популярным? Чем в данный момент занимаешься? Ты серьезно? Сено кушай, все на вал складывай, подойдет такой ответ. Если тебя выгнали из дома, что бы ты сделал? Кстати, скоро это возможно случится, меня реально уже отсюда выгонят, потому что я всех задолбал со своими видео. Даже если вдруг меня выгонят, у меня есть хорошая собака Веста, которая, скорее всего, меня приютит себя в вольере. Мистика? Нет, фиговый скотч. Окей, продолжаем нашу всемирно известную передачу «Вопрос-ответ». Кстати, реально всемирно известная. Следующий вопрос. У тебя есть девушка? Банда, это самый честно задаваемый вопрос от вас. И сегодня я на него отвечу. Так вот, Суприм-банда, у меня нету девушки. Но есть подруга Настя, которая мне выносит мозги, спасибо. Ее хватает просто с головой. Знали бы вы, как с ней сложно. Как упасть в твою Суприм-банду? Нажми на лайк, колокольчик, и ты уже в банде. Во сколько лет впервые я развел учителя? 14, и причем развел я учителя на отношения. Об этом я рассказывал в прошлом видео. Здесь тебя когда-то опозорили перед всем классом. Понимаешь, у нас такой класс, что все друг друга позорили перед всей школой. Не знаю, у нас все позорили, но в младших классах, если ты об этом, в младших классах меня очень часто били из-за того, что у меня не было отца. Ладно, мне пофиг. У тебя были чувства к преподу? Да, я об этом рассказывал. Камон, ребята, вы не смотрите мои видео или что? Я же рассказывал об этом. Эй, я уже отвечал на ваши вопросы, где я рассказывал, что я встречался с преподавателем. Она просто проходила практику в нашей школе. Но она, по сути, она преподаватель, то да. Почему ты так странно реагируешь, когда тебе скидывают фотографии? Потому что не очень приятно получать от какой-то шкуры фотографии. Ты же не знаешь, сколько до тебя еще парней увидели эти фотографии. Подумайте, банда, разве кому-то из вас будет приятно получать фотографию от девушки, обнаженную фотографию от девушки? Уже с лайками. Предлагают рекламу, да, и очень много. Пишут разные букмекерские конторы, казино. Я стараюсь мне продаваться, или же пишу слишком облачную цену, на которую они сами потом не соглашаются. А если соглашаться, то ого, я стану богатым. Откуда столько денег на брендовый шмот? Серьезно? Я же говорил, даю органы в Даркнете, алло. Ладно, окей, это была шутка, знаю, плохая шутка. Кто знает ли это шутка вообще? Тебе кто-то нравится? Нет. Хотя нет, мне нравятся мои подписчицы.
на связи. Там чисто директ свободный, можете писать, я иногда отписываю всем. Ты бы изменил Насте ради денег? Да, потому что мы с Жопастой не встречаемся. Камон, банда, то, что я с Жопастой помогаю с видео, это не значит, что я с ней встречаюсь. Мы просто дружим. Скажи еще из украинскую пыжи. Точно не ответишь. Сказавшись из украинскую беды. Беды здесь как будь ласка. Объясню, как должны выглядеть разговаривать ног девушки. Да это же элементарно. Нормальная девушка не должна скидывать свои фотографии первому встречному. Нормальная девушка в крайнем случае не должна игнорить нормальных парней. Она должна общаться с ними, а не вести стики на то, что у какого-то парня есть брендовые вещи или хороший айфон. Понимаете? Не так, как шкура, не так, как мои видео общаются. Видя деньги, все нужно. Нужно, видя шмот, все. Нет, так не должна делать нормальная девушка. Нормальная девушка должна общаться с каждым парнем, даже если у него нету брендового шмота. Потому что вдруг у него в шкафу все-таки есть брендовый шмот. Вы же этого не знаете, пока не проверите. И в любом случае, нужно будет к нему приехать. Замутил бы с училкой? Я ему мутил, я об этом уже рассказывал. Вы реально не смотрите мои видео. Ты хороший человек, и когда видос? Ты хороший человек, это был вопрос? Ну не знаю, друзья меня почему-то называют быдлом. Разве я быдло? Я еще раз спрашиваю, разве я быдло? Тук. Ты ебанашка, ты серому камеру разбил! Окей, следующий вопрос. Как проходили твои свидания с той учительницей, который был первый раз? Ага, все-таки кто-то смотрел мои видео. Будет интересно, если это она сама задала мне этот вопрос. Что ж, время историй. Так вот, банда, в прошлом видео, в прошлом вопрос-ответе я рассказывал о том, как у меня были отношения с преподом. Я ходил в школу, она приехала с университета к нам на практику, давала практику. И как это так получилось, что мы с ней начали встречаться? Не спрашивайте, сам не знаю как. Просто у кого-то мозгов не было. Так вот, и в прошлом видео я сказал, что у меня было с ней где-то 6 свиданий. Из них я как раз помню только 4. Первое это было на Пасху. Да, я не знаю почему. Да, была Пасха ночью. Где-то в 3 часа ночи мы с ней встретились и гуляли около школы до 6 утра. 3 часа целых с ней гуляли. Ни о чем говорили, чисто, мне стыдно. Второй раз тот же самый день, ту же Пасху, только уже под вечер. Опять около школы. Да, у нас тут достопримечательность только школа. Окей, третий раз я еще помню. Это было на следующей неделе, то есть получается после этого она уехала. Ехала на учебу, учиться дальше на преподавателя. Третий раз это как раз было то, когда был первый раз. Первый раз, шарите? Первый поцелуй, типа я же рассказывал в прошлом видео. Алло, чем вы слушали? Третий раз, когда мы с ней гуляли, тогда случилось это, и мне капец как было стыдно. Не знаю почему, но мне реально было стыдно. Господи, когда это случилось, у меня в голове типа такая мысль. Это чё, язык? Я вам серьезно говорю, у меня была такая мысль. И следующие 2 раза я не помню, к сожалению, как мы с ней гуляли. А вот последний раз я помню. Я помню фразу, которую она мне тогда сказала. И меня эта фраза сейчас просто убивает. Я что-то сижу, она стоит, я ее что-то типа обнял, да? И она мне говорит, почему ты меня не лапаешь? А чего? Что? Я как бы был, если говорить за нее младше. Серьезно? Ее только этот вопрос волновал. После этого она меня почему-то бросила. Я не знаю почему. Но это отдельная история. Если вам будет интересно. Если вам будет интересно услышать, почему же я расстался со своей учительницей. Тогда давайте на это видео наберем 5000 лайков. Я расскажу в следующем вопросе Пете. Возможно, даже в гелике расскажу. Кто знает, что будет дальше. Такие 4 свиданки я с ней помню, а 2 нет. Но 2, походу, были какие-то незначения, именно поэтому я их не помню. Так я вот в чем прикол, что вообще не понимаю, как она на меня клюнула, понимаешь? Я был с усами, у меня были эти первые усы. Это было так отвратительно. Я не знаю, как она согласилась вообще пойти со мной гулять. И помимо того, что она согласилась, это жесть. Но когда мы гуляли с ней, мы приходили, еще было видно на улице, где-то это было часов 8. И, блин, когда мы с ней встречались, нас видели все просто. Все просто из того места, где мы живем, нас видели все мои друзья. Ее не видели, потому что ее поразъезжались. Но вот мои друзья видели и со школы видели. Я не знаю, как ей вообще, что у нее было в голове, я без понятия. Окей, следующий вопрос. Это все, скончились вопросы? Так быстро, хоть бы видео было 10 минут, а то не заработаю ничего. Надо как-то это растянуть. Хотите обзор на кнопку? Нет, ну ладно. Кстати, у меня раз эта кнопка даже провалилась под дом. Прям туда. Не спрашивайте, как это случилось. Хотя можете спросить. Окей, бро, я ответил на все ваши вопросы, которые были в крайнем случае интересны всем бы. А не только как у меня дела, потому что много таких вопросов были, которые просто спрашивали, как у меня дела. Дела у меня хорошо, если не брать начать просмотры. Потому что с просмотрами прям полнейшая беда. Что ж, банда? Фух. Окей, супрем, банда, 5000 лайков, я рассказываю о том, как же меня просила моя учительница. Поверьте, там очень интересная история. Эй, бро, подписывайся на мой канал, чтобы выступить в мою Суприм-банду. Ведь перед время Суприм-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, бро, ну не нравится же, или нравится? Нравится? Нравится.
Подписывайся, чтобы быть в моей Supreme банде. Эбро, вот комменты из-под прошлого видео, господи. Ты вглядись просто, какие они шикарнейшие. Если бы я мог, я бы поцеловал каждый из этих комментариев. Но целовать не буду, а вот обниму точно. Так что, бро, если ты хочешь, чтобы в следующее видео или чтобы я тебя обнял, то пиши свой комментарий, жми на лайк, колокольчик и все, ты уже в следующем видео. Вот такой вот простенький блядь ко мне видео. Так что, бро, опускайся ниже, ставь лайк, колокольчик и жми коммент. А лайк, колокольчик обязательно, ведь я проверю. Бро, если ты оставишь комментарий, то вся Supreme банда увидит просто тебя. Как видишь, этих ребят увидела вся Supreme банда и тебя увидит. Не забывай про мой инстаграм, оставайся такими шикарными. Пока!